Я не знаю точно, каково намерение нынешних властей. Меня удручает другое, что вот так случилось, что референдум не получился у наших властей. И по всей вероятности, скоро будут парламентские выборы. И нынешнее правительство так и не успеет достроить разрушенные дома вследствие наводнения. Было бы здорово, чтобы мы и все общество посмотрело, как нынешние власти справятся с этим делом, чтобы не оставлять, скажем так, незаконченную работу следующему правительству. Это было бы важно.